Мы хотим, я буду пытаться сказать какие-то, найти общие свойства, свойства, которые выполняются в случае общего положения для двух связанных и двойственных объектов субриманной геометрии. Речь идет вот о чем. Эти объекты это, во-первых, шары, локальное устройство шаров. Вот, например, у нас есть какая-то точка, начальная точка, которую мы обозначим Q0. Сейчас это я 2 минуты буквально скажу, о чем пойдет речь, потом все это будет последовательно на слайде развиваться аккуратно. Мы рассматриваем шар, радиус R, и какую-то точку на шаре, куда идет кратчайший путь, субриманово геодезическая, и значит, нас интересует, мы хотим что-то сказать про локальное, как локально выглядит шар вблизи данной точки. В каждую точку идет какая-то геодезическая, какой-то рядом. Это один объект. То есть шар, что такое шар? Шар это это множество концов всех кривых длины меньше равно r, шар радиус r. Меньше кривых, это образ множества концов всех кривых радиус r. И двойственный объект, о котором я говорю, это множество допустимых кривых длины меньше или равно r, необязательно кратчайших, соединяющих две точки. От Q0 до точки Q. Множество всех допустимых кривых, соединяющих две точки. Вот что можно сказать о том, как устроены их геометрия и топология, хотя бы локально. Иными словами, речь идет о множестве. Если мы рассмотрим такое отображение, которое точка Q0 всегда будет фиксирована в течение всего доклада. Есть масса кривых, горизонтальных или допустимых кривых субриманова задачи. Если мы рассмотрим множество, которое каждой кривой сопоставляет ее конец, и кривые, причем не все кривые, а только кривые рады длины, не превосходящие R, не превосходящие данные длины. Вот, то шар это образ. Мы рассмотрим отображение. Это отображение называется отображение в конец. Endpoint map. Каждой кривой сопоставляет свою конечную точку. То есть начальная точка считается одна и та же для всех. Каждой кривой. Шар это образ endpoint map, а множество кривых, соединяющих две данные точки, это ее множество уровней. То есть речь идет об образе и множество уровней endpoint map. Во всей этой науке главный вообще объект, собственно, сама геометрия, это есть endpoint map. Ну вот, это то, что очень хорошо понято в Римановом случае. И в субриманном, к сожалению, надо даже какие-то общие свойства очень трудно найти. Обычно рассматриваются случай за случаем, пример за примером. И проблема, собственно, в том, что в субриманном случае присутствие так называемых анормальных или особых кривых, оно портит картину. Когда мы можем их явно описать, как локализовать и связывать особые кривые, тогда мы имеем общую картину. Но трудно делать какие-то заключения для всех методов. Я здесь попробую сделать какие-то заключения, которые верны для методов общего положения. Но чтобы даже сказать, что такое общее положение, нужно как-то все упорядочить, потому что общее положение это значит для любой метрики, для любой субриманной структуры из открытого плотного множества из всех структур. Но для этого надо их как-то аккуратно описать, чтобы понять, что такое открытое плотное множество там. Вот. И сначала я начну просто с определений, которые сейчас уже можно считать стандартными. Вот. Значит, у нас есть гладкое многообразие. Субриманова структура это такой объект,
Значит, кроме многообразия есть еще расслоение. Векторное расслоение мы считаем на той же базе. Есть M, есть векторное расслоение U на той же базе, и есть гомоморфизм из этого расслоения в M. И более того, это U мы считаем, что это векторное, там евклидовое расслоение, то есть на каждом слое есть евклидовая структура. Субъективная гомоморфная структура — это просто вот такой гомоморфизм. Но не любой. Если любой, то он не, если мы возьмем какой угодно, он нам не определит метрику. Он должен быть то, что называется bracket generated, или там говорят еще в рекорде слове Хермайнер, и вполне не голованный. Есть разные терминологии, пришедшие из разных областей. Вот, так это сказать, инвариантно, формально это можно определить таким образом, что сечение. Если мы возьмем, так сказать, все сечения в нем, есть U с чертой сверху. Паска, к сожалению. А, есть, видно, работает, отлично. U с чертой — это множество просто сечений этого гладкого расслоения. Когда мы это применим, мы получим какое-то подпространство, на самом деле цель бесконечно всем под модуль пространства векторных полей. И мы говорим, что он инволютивный. Если алгебра Ли, порожденный им, алгебра Ли просто с помощью скобок Ли, с помощью коммутирования полей. Если это алгебра Ли, bracket generating или удовлетворяющий слой Хермайнер — это противоположное инволютивному, то есть это тогда, когда он не содержится ни в каком собственном эволютивном подмодуле. То есть если мы возьмем сечение вот из F от U и начнем их коммутировать, то мы, брать линейные комбинации, умножать на функции, то мы получим просто все векторные поля. Ну, понятно, что это условие общего положения в классе гомоморфизм. Это уж очевидно, что общего положения. Очень трудно мне быть очень жесткой специальной симметрии, чтобы не быть bracket generator. Значит, это просто определение. Дальше, вот положим, что у нас есть такая, я просто напоминаю стандартное определение. Если у нас есть такая структура, то она нам задает пространство, задает класс кривых, по которым мы можем двигаться, когда все здесь кривые, в римовом случае какие угодно кривые, а в субримовом, так сказать, какие угодно кривые, единственное ограничение в том, что я рассматриваю, это их длина, всем остальным какие угодно. Субримовые задачи — это как раз не любые, это те кривые, которые можно реализовать вот таким способом. Горизонтальные допустимые кривые гаммы — это такие, у которых скорость лежит вот в образе вектора из U. Скорость в любой момент времени есть образ какого-то вектора из U. И более того, важно, что это U должна быть интегрируемой. Допустимая кривая только если это U можно проинтегрировать. То есть интеграл от модуля U ограничен. И длиной кривой, собственно, называется, так сказать, та же самая кривая может быть. Скорость одной и той же кривой может быть образом разных U. Это я совершенно не взаимоотнозначно. В большинстве случаев так и есть. Но это глобально, по крайней мере, нельзя представить взаимоотнозначно. Но самое, так сказать, инфинум по всем интегралам, U — это как бы, ну, длина скорости — это f от U. Длина касательного вектора — это f от U. Это минимум, так сказать. Длина касательного вектора — это минимум длин U, дающих один и тот же f от U. Вот так будет точнее.
Скорость может представиться многими способами, с помощью разных U, но и минимальная допустимая U – это и есть по определению, просто. Минимум или минимум? Ну, минимум, тоже если линейное отображение, оно, можно сказать, выше границы. И отображение линейное, а минимизировать мы можем. Минимум всегда есть. А, ну тут длина касательного вектора, а длина кривой – это инфинум. Тут уж, да. Но на самом деле этот инфинум тоже достигается. Это однозначно. Предельный инфинум. Действительность – это тоже. Вот. Хорошо, значит, двигаемся дальше. Дальше мы почему-то не двигаемся. Значит, всегда любую кривую, как бы это факт, не очень сложный, но все-таки факт, который надо доказывать, что любую кривую можно параметризовать в длину, исходя из этого определения. То есть если у нас есть кривая, то всякая ее липшицовая параметризация допустима, тоже допустима, и более того, всякая кривая, если липшицовая параметризация, кривой параметризованной длину. Вот. Если есть длина, то можно определять расстояние. Это все обобщает обычное Риммановое расстояние. Расстояние – это просто минимум длины между двумя точками многообразия, минимум длины допустимых кривых, соединяющих инфимум. Вот здесь точно инфимум, соединяющих эти две точки. Ну, вроде, так сказать, классическая теорема Рошевского и Чоу гласит, что в нашей ситуации мы рассматриваем только bracket generation структуры. В этой ситуации мы можем соединить любые две точки допустимой кривой. И таким образом метрика определена, корректно определена. Более того, близкие точки можно соединить короткой кривой. То есть топология, определяемая этой метрикой, совпадает с стандартной топологией многообразие. Значит, метрика задана, теперь мы определяем этот важный для нас объект, это шары и сферы, обычным способом, как в любом метрическом пространстве. Вот. Ну и для нас это полезно помнить, что, во-первых, если у нас есть, кратчайший путь, то соединяющий точку Q0 с точкой Q, то любой его кусок, согласно определению, тоже кратчайший. То есть, если у нас есть кратчайший путь, это значит, что его конец лежит на сфере радиуса r, путь длины r, его конец лежит на сфере радиуса r. И тогда, если это мы берем путь, всегда можем параметризовать длиной, то есть практически значение кривой момент r лежит на сфере r, тогда и вот во всякий момент времени гамма t лежит на сфере соответствующего радиуса t. То есть весь путь действительности принадлежит соответствующим сферам, соответствующей сферам. Вот. И значит, мы хотим понять, как устроены некоторые вещи в этой науке похожи на Риммановую. Например, малые шары, легко доказать, что малые шары компактные. Точки на близком расстоянии могут быть соединены кратчайшим путем. Вообще, если шар компактный, то любая его точка может, так сказать, соединяться с центром кратчайшим путем. Общая теорема существования есть. Это простое следствие теоремы Филиппова из оптимального управления. И более того, как и в Риммановом случае, пространство полное,
тогда и только тогда, когда все шары компактны. Полнометрическом смысле, тогда и только тогда, когда все шары компактны. Здесь нет никакого отличия от фермерной ситуации. Теперь давайте, так сказать, начнем более содержательный разговор после всех этих определений. Значит, что мы хотим сказать, значит, немножко, может быть, сейчас сначала мы поговорим о шарах, потом поговорим о петлях, ну, точнее, о пространствах путей, о пространствах петель, то есть пространство путей, соединяющие две точки, как фиксированные более точно. В римлянном случае, что мы знаем о шаре? Малый шар просто гладкий, вот, и более того, большой шар не обязательно гладкий, у него могут быть особенности, но особенности эти достаточно простые, во-первых, он всегда Липшиц, гораздо больше, он такой полувогнутый шар. То есть его можно представить как уровень полувогнутый, собственно, расстояние от нуля, это полувогнутая функция. В римлянном случае полувогнутая значит, что ее можно представить локально как гладкую и вогнутую. Найти координаты, в которых она может. Грубо говоря, найти как сумму гладкой и вогнутой. Грубо говоря, в каких-то гладких координатах локально становится обычная вогнутая функция. Это много больше, чем просто Липшиц. Это значит, в частности, что все особенности, там, где она не гладкая, они так вот наружу смотрят. Вот так вот шар строит в особых точках. Ну и в большинстве, ну более того, если мы двинемся, вот если у нас какая-то геодезическая попала в особую точку, и мы чуть-чуть отступим, мы останемся на сфере маленького радиуса, более чуть-чуть меньшего радиуса, она неизбежно будет уже в гладкой точке. Она будет просто единственная геодезическая, происходящая сюда. Это будет гладкая точка, у нее будет касательное подпространство. И скорость геодезической трансверсальна сфере всегда. В особой или в неособой точке она трансверсальна. Вот эта картина Риманова. Такая картина не может быть, никогда не может быть в особой. Значит, что в современном случае, в общем случае мы не знаем почти ничего. Мы знаем только плохие вещи. Для класса всех современных пространств. Плохая вещь заключается в том, что ни один шар не является гладким, сколько угодно малым он не был, никогда просто. Если это Риманов и не Субриманов, если у нас допустимые направления, F от U это не все пространство, то малые шары гладкими быть не могут, как говорится, не могут быть гладкими. В общем случае, мы хотим делать общее заключение. В общем случае, и честно говоря, даже в случае общего положения, мы не знаем, например, стягиваем ли этот, вот это почти скандальная ситуация, мы не знаем, стягиваем ли этот шар всегда. Он должен быть стягиваем, но доказать мы это не умеем. Как устроена сфера, будет ли она многообразием, например, или нет, даже малая сфера. И проблема заключается в именно особых траекториях. Особые траектории, что вам видеть, это я говорю про шары, но особые траектории это фактически особые точки пространства петель. Это критические точки отображения в конец. Я говорю, это в конец, формально я тоже определю скоро. Значит, ну вот, тем не менее, что-то оказывается сказать можно, хотя бы для общего положения, и вот я и хочу сказать. Для этого мне нужно, я докажу вот какой результат, что для ситуации общего положения, я точно скажу, какое условие общности положения. Не просто существует какое-то открытое множество плотное, до которого выполняется, а какое заключается условие общего положения. Я попробую доказать, что описать точки, где существует, включая особые где существует касательное подпространство к шару. Настоящее касательное подпространство к шару. Вот. Для этого мне надо, поскольку я не знаю, вообще говоря, шар этот многообразие или нет, и вообще, что это такое, да, даже ценовин, этого я не знаю. Тем не менее, есть разумное, вполне разумное определение касательного пространства, которое я здесь привожу.
И вот в этом смысле касательное пространство будет очень часто существовать. Это дает содержательную информацию о простых примерах тоже, которые аналитически, к сожалению, не удается получить. Вот здесь определение. Так, что-то я сделал не то. Как это вернуть на полный экран? А? Значит, вот определение касательного пространства. Это здесь. Определение касательного пространства здесь. Это такое достаточно естественное определение. Вот у нас есть шар. Есть шар. Есть точка на нем. Мы говорим, что гиперплоскость есть касательное пространство к шару. Если для любой кривой трансверсальной к шару в этой точке малый интервал этой кривой предположительно в параметре лежит. Вот тут это написано. Малый интервал предположительно в параметре для любой кривой. Значит, лежит вне шара, а при отрицательной лежит в шаре. Очень естественное определение касательного пространства. Хотя про границу шара, так сказать, можно ли ее многообразие или нет, мы не знаем. Но тем не менее касательное пространство совершенно естественное. Понятно, что оно может быть только одно. И это вот касательное пространство. Если мы, так сказать, отходим трансверсально в одну сторону внутри, если в другую сторону, ну, нет. А оно есть? А? А оно есть? Вот, вот это вот вопрос. Это определение касательно пространства, которым я пользуюсь. Нет, я не Конечно, понимаю. Оно есть не всегда. Если у вас есть угол, внешний или внутренний, его нет. Это информация, так сказать, причем такая серьезная информация о локальном устройстве сферы, да? Наличие его. Или отсутствие. Если есть угол, то нет. А есть примеры, что нет? Да, конечно, самые простые. А, конечно, разумеется. Да. Да, даже Риммановы примеры, вот то, что нарисовано Риммановы, там его нету. Так, хорошо. Так, поехали дальше. Да, ну дальше у меня, опять-таки, хочу все определить более-менее. Я сегодня поленился, нарисовал, вместо того, чтобы писать все на доске. Привел слайды и формально все могу определить. Значит, во-первых, чтобы, значит, чтобы понять, в каком классе я нахожусь, так сказать, дать мое условие общности положения, мне нужно еще чуть-чуть повозить с примерами, с определениями. Нет смысла различать субриммановую структуру, как она определила, включала вот этот F. Гомоморфизм из У в касательное расслоение. Нет смысла различать субриммановые структуры, у которых одно и то же множество допустимых кривых, горизонтальных кривых, и одна и та же длина этих кривых. Поэтому вот это условие эквивалентности, оно как раз формализуется это так. Чтобы это удобно было работать, это можно сказать, называем эквивалентными, когда можно, вот если у один угол эквивалентными, когда можно найти какое-то другое расслоение, может быть гораздо большее, так что вот эта диаграмма будет коммутативна. Пропустить, так сказать, V пропускается через U1, отображение задаваемого V через U1 и через U2, и это одинаково. Это будет означать, ну, с согласованием длины, вот здесь написано, что длина тоже согласована, это будет означать, что множество допустимых траекторий и скорость, и их скорости будут одинаковы для всех структур. И, извините, а можно вопрос? Да. Как будто бы V можно всегда задать так, чтобы оно определяло на M Риммановую структуру, так или нет? Да, конечно, Риммановую можно. Да, да, разумеется, Риммановую. Да, это тоже удобно. Между прочим, чтобы работать с Риммановыми, это тоже достаточно удобно. Вот. Вот. Потому что это можно глобально, чтобы избегать локальных координат, скорее по кускам, можно что-то вроде такой большой глобальной карты построить. Субмерсию, реализовать Риммановую как субмерсию чего-то такого тривиального. Вот. Это все
все удобные для лимонов. Но для лимонов есть масса других способов эффективных, чтобы действовать. А для субрионов пришлось этот язык изобрести, потому что... Хорошо. Значит, ну вот мы говорим, вот удобно, у нас там присутствовало какое-то расслоение, гораздо удобнее всего, когда это расслоение тривиальное. Я человек из теории оптимального управления, и я, так сказать, прямым ходом иду к методу рассуждений, удобному для теории. К управляемой системе, а просто это способ абсолютно, так сказать, корректный, эффективный, свести все к изучению некоторой управляемой системы. Значит, любое, дело в том, что это несложный факт, что любая современная структура в этом смысле эквивалентна структуре свободной. Мы называем свободной, если расслоение просто тривиальное, это просто m на rk. Тогда допустимые кривые, все глобально, можно записать как траектории вот такой вот управляемой системы. Это просто решение вот такого дифура с заданными векторными полями. Векторные поля — это образ при нашем базисных полей, раз все свободно. С заданными векторными полями и коэффициенты это функции ZL1, можно удобнее ZL2, мы будем быстро использовать ZL2. Вот. Потому перепараметризуем, мы всегда можем добиться L2 и бесконечно чего хотим. Мы можем добиться того, что модуль от T постоянный. То есть мы параметризуем пропорционально длине. И меняем длину. Вот. Короче говоря, достаточно рассматривать просто такие системы, потому что любая эквивалентна. Свободный. И тогда длина, ну здесь неправильно на самом деле написано, это я поспешил в этих слайдах. Длина — это, конечно, не длина U, а это минимум длин по всем U, которые дают одну и ту же кривую. Потому что, как я говорил, вот этих полей может быть гораздо больше, если мы хотим эту глобальную структуру устроить, так и должно быть больше, чем размерность многообразия. И U не единственная. То есть надо брать не как данную U, а минимум, если мы говорим только о кривой, длине кривой, минимум по всему. И это уже для всех эквивалентных структур одинаково. Все-таки минимум или инф? Мы уверены, что минимум? Да, уверены. Ну вот там вот давал результат, что существует всегда. Вот, можно даже параметризовать просто длину. Всегда существует параметризация длины. Это некоторая возня, там надо измерение какое-то. Так, хорошо. Теперь, да, ну вот если тут у нас все становится приятнее, отображение в конец мы можем просто определить как отображение на открытом подмножестве V2. Просто берем теперь U и решаем дифференциальное уравнение с начальным условием U0 с данной U от T. И вычисляем его конечную точку. Вот это и есть отображение в конец. Оно определено, может быть, не на всем V2, потому что решение, как мы знаем, определено только на каком-то интервале. Но это определено, это у нас, так сказать, когда мы можем дотянуться до T, определение определено на отрезке T. Вот в этой области из L2, это открытое множество L2, оно определено. Вот это и есть наше отображение в конец. Хорошо. Так, теперь движемся дальше. Ну, дальше расстояние. Длина — это модуль U. Расстояние определяется так, но в действительности здесь нет большой разницы с Римановой задачей. Поиграв с неравенством Каши-Буниковского, мы показываем, что это все эквивалентно минимизировать модуль U с данными концами краевыми условиями, среди кривых, которые ведут из точки 0 в квадрат. То же самое, что минимизирует U квадрат. И минимум связан вот таким образом. Это честное расстояние, тогда квадрат расстояния — это просто t. Нам еще полезно не брать один и тот же отрезок 0,1, а рассматривать отрезки. Это то же самое, что t
интеграл от упада. Это, конечно, гораздо удобнее минимизировать. Гладкий функционал, очень простой, гладкий. Самый простой, который только можно придумать, после того, как мы свели все к свободной структуре, просто интеграл от двух квадратов, минимизировать. Не простые краевые условия. Вот это вот условие, оно хитрое. Все запрятано в отображении в конец. Все проблемы. Которые имеют критические точки отображения в конец, это и есть так, особые траектории, которые портят жизнь, но делают ее очень интересной порой. Так, теперь, значит, вот теперь мы берем какую-нибудь У. Да, теперь настала пора определить геодезические. Геодезические, это будут у меня особые точки этого отображения, но на сфере, среди У данной нормы, данной длины. Минимальные траектории могут быть только такие. Минимальные траектории – это критические точки вот этого функционала при краевых условиях. Но так говорить неудобно, потому что при этих краевых условиях у не есть многогранные. Краевые условия сложные, поскольку, как я говорил, само отображение в конец без всякого функционала даже имеет критические точки. То это вообще не очень понятно, что значит критические точки У при таком условии. Вот здесь начинается существенная и важная разница с Риммановой задачей. Это вообще не очень понятно, что. Поэтому, но, по крайней мере, так сказать, на сфере могут показываться, реализовывать минимум длины, могут быть только точки, которые являются критическими для F, именно для F. Суженного на сферу V2. На данную сферу V2. Данная сфера V2 – хорошее многообразие. Отображение F гладкое. Тут нет проблем. Критические точки F суженного на эту сферу. Только они могут быть дать минимум. Это очень легко, если вы подумаете, очень легко понять, что если точка не критическая, то нам легко найти повторение неявной функции, что-то покороче. Если покороче, нам будет легко найти, что ведет в ту же точку. Просто применить теорему о неявной функции к f, суженной уже на сферу V2. То мы смотрели f на всем V2, а суженную на сферу V2. Вот. Значит, ну вот касательно пространства к сфере V2, совершенно понятно, это все V ортогональные L2. И дальше идет основное определение. Да, значит, эта кривая называется геодезической, если, ну вот тут это и написано, собственно. Кривая называется геодезической, если дифференциал отображения в конец, примененный к касательному пространству к сфере, просто по ортогональному, это не есть все касательное пространство F. Выражение в конец напоминает то, которое отображает U в конец кривой. Вот. Это общее определение, которое включает вполне, так сказать, унифицированное. Сюда входят и геодезические нормальные, а нормальные это вот просто необходимое условие для минимума, оно вот такое. Теперь, ну да. И тут важное дальше понятие, которое мне позволит определить условия общести положения, это коранг такой геодезический, это просто коразмерность, то есть ранг, ну да, коранг, это коразмерность, значит, условие быть геодезическое, это то, что это не все пространство, образ дифференциала, а коразмерность этого образа, это и есть коранг, то есть, по крайней мере один. Ну вот я сразу приведу простейшие, какие только можно придумать, примеры, ну, так сказать, серия примеров. Тут для меня будет примеров субримовой структуры. Здесь, значит, у нас многообразие ТР3, К это 2, есть два поля. Ну, я все пишу координатор. Вот одно поле вот такое. Это просто сам
самое простое, что можно придумать. А второе поле вот такое. Второе поле вот такое. И что здесь? Здесь просто явно абсолютно вычисляется отображение. Все интегрируется, явно вычисляет это отображение f. Вот оно. Вот оно, первая координата интеграла от 1, вторая интеграла от 2, а вторая, вот, а третья, вот, единственное, первая, вот, что-то нетривиальное. У нас размерность, количество полей тут меньше, чем m. Ну, важно, чтобы линейная оболочка была меньше, чем размерность m. Вот. При n равно 1, это как легко видеть. Значит, мы рассматриваем, давайте рассмотрим траекторию вот такую, когда у 1 равно 0, а у 2 просто равно 1. То есть мы движемся вдоль второй координаты. Первая координата не меняется, вдоль второй мы движемся, а третья тоже не меняется. Вдоль этой геодезической, потому что у 1 равно 0. Но нас интересует теперь дифференциал отображения. Если мы чуть-чуть провариируем, то у 1 уже поменяется. Ну, это, так сказать, совершенно элементарное вычисление показывает, что при n равно 1 здесь у нас курант будет 1, потому что дифференциал, ну понятно, что когда мы, ну да, что при n равно, это всегда геодезическое, потому что мы можем варьировать только беря у 2 ортогональные константы. То есть интеграл должен равняться нулю. Мы же берем у ортогональные, да? Интеграл должен равняться нулю. Здесь вот мы ничего не получим. А здесь мы что-то получим, если n равно 1. Потому что когда у 1 линейная, мы варьируем у 1, оно было нулем, когда варьируем, оно становится не нулем. А если n равно 2 или больше, то здесь это тоже будет нулем. Здесь это тоже будет ноль дифференциале. Короче, вот такие кура. Нас будет интересовать прежде всего в случае n 1 и 2, которые изучены, которые хорошо изучены. Ну вот, теперь я пойду дальше, уже там скоро мы заберемся в этой. Да, значит, условия общности положения. Условия общности положения, вот мы рассматриваем, значит, пространство всех структур данных. Ну, не обязательно она должна быть здесь. Здесь свободная, с обычной, так сказать, бесконечной топологией Уитни. И разберем в нем подмножество тех, которые имеют коранг 1. Коранг 1. Только имеют вещь только коранг 1. Это открытое плотное множество, хотя требует некоторой работы, чтобы это доказать, это не очень просто. Но тем не менее она открыта. Более того, она имеет коразмерность, бесконечность. Вот в таком смысле, в каком Арнольд всегда это использовал. То есть, если вы... Значит, его дополнение имеет коразмерность. Не только это открытая плотность, но дополнение имеет коразмерность, бесконечность. То есть, если у вас есть какое-то гладкое семейство систем, параметризованное конечным числом параметров, то вы всегда можете семейство это возмутить. Так, чтобы ни при каком значении, при всех значениях параметров после возмущения у вас были структуры такие, что она имеет только геодезический параметр. В этом смысле она имеет коразмерность бесконечность. Ну и к тому же она открыта будет. Вот. И мы будем иметь дело только с такими. Более того, мы будем считать, что наш шар компактный. Ну, если пространство полное, то он всегда компактный. Так, и кажется, я уже... Да, и вот теперь, значит, две теоремы на эту тему. Теоремы такие. Вот, предположим, я, значит, сформулирую, потом обсужу и какой-то пример приведу. Теоремы такие. Предположим, что у нас есть точка на сфере. Точка на сфере. И рассматривается кривая, соединяющая этот центр с этой точкой.
хорошо известно, значит, утверждается следующее. Тогда, как я говорил, сфера на самом деле здесь всегда имеет негладкие точки, точки, где нет никакой касательной. Это у меня, ну, почти всегда, по крайней мере, точки нет никакой касательной. Но утверждается, что то есть эта точка, куда попала наша геодезическая, она может быть к сфере касательного пространства, а может и не быть. Но утверждается, что если мы чуть-чуть отступим, то касательное пространство всегда будет. Вот. Значит, если мы чуть-чуть отступим, вот в момент мы попали в точку Q, мы чуть-чуть отступим, мы всегда, как я говорил, будем на сфере, для любого t меньше vr мы будем на сфере радиуса t, и там, в этих точках, уже всегда есть касательное пространство. Вот. Ну и как контрапункт к этой теореме, мы доказываем, что на самом деле на любой сфере, почти на любой сфере, при таком слабом условии, по крайней мере, я думаю, что оно лишнее, но доказывать я могу быть этим условием. Вот. Ну, здесь дельта 1, это условие потом обозначение еще понадобится. Дельта я обозначаю просто допустимые скорости в момент Q, дельта Q. А дельта 2 это первые коммутаторы допустимых полей, дающие допустимую скорость. Допустимых полей. Скажите, а усчет той большой это то же самое, что и РК в свободном случае? Усчет той большой это то же самое, что и РК в свободном случае, да? Что? Усчертой большой множество, это то, что и РК в свободном случае. Усчертой это про все сечения, да. Это все векторы. Все допустимые поля. Я подпущу, все допустимые поля. Все допустимые поля. Вот. Это просто все допустимые поля. Здесь. И, значит, это первые скобки, это пространство побольше. Ну вот, значит, как я говорил, условия общественного положения у меня совершенно конкретное. И конкретно, вот, я говорю, если все имеет по ранг, если мы имеем только по ранг один геодезический, тогда это так. Но если мы имеем чуть-чуть больше, то, разумеется, это тоже общее положение, то тогда мы знаем, что на каждой сфере, тем не менее, полно точек, где просто нет касательной. Я доказываю, что там нет касательной плоскости. Там настоящий излом. Не то, что какая-то особенность негладкая, настоящий излом. Такие точки есть. Ну вот. Но тем не менее, то есть ситуация такая, что на каждой сфере есть точки плохие, но когда вы чуть-чуть вдоль геодезической, которая ведет в эту точку, пойдете, отступите, то она тут же оказывается в точке хорошей. Это картина, которую... Давайте посмотрим немножко на наши примеры. Теперь я отступлю вот назад на вот этот единственный пример, который я рассматриваю. Что в нем? Что в нем? n равно 1, сфера это та самая, которая всегда во всех докладах по субъективной геометрии неизбежно появляется в случае Гейзенберга, сфера устроена так. Траектории это такие спиралевидные кривые, спирали, которые ведут в разные точки сферы. Во все точки, кроме вот этих самых полюсов, идет единственная траектория. Здесь она не единственная. Кричащая имеется в виду. Что? Траектория это геодезическая. Геодезическая, да, геодезическая. Здесь она не единственная, здесь их много. И здесь такая полувогнутая, как положено, кстати, в любом случае, особенность. Да? Но когда мы. Они все нормальные. Сейчас я очень быстро говорю. Они все не особые, это все регулярные траектории. В этой задаче нет особых траекторий. Если даже мы оказались какой-то момент вот, в случае в точке особой, то чуть-чуть отступив, мы сразу останемся в хорошей точке. Да, в Риманном случае теорема совершенно классическая, и вообще с Риманновым для регулярных тоже в ней ничего такого нет. Она
легко доказывается. А вот для особых она дает интересную картину. Сейчас я хочу понять, какую картину она дает. Это n равно 1. Давайте посмотрим n равно 2. Это, так сказать, так называемый случай Мартине, который тоже изучен. И там уже там, ну такой, здесь круговая, здесь то, что нарисовано, задача n равно 1. Это про случай n равно 2 разумно посмотреть немножко другое сечение этой сферы. Сечение плоскостью x1 равно 0. Вертикальная плоскость, это будет x1 равно 0 у меня. Значит, это можно даже вообще стереть. N равно 2. Сечение сферы плоскостью x1 равно 0. N равно 2. X1 равно 0. Вот. Сечение это выглядит вот таким вот образом. И в нем наша траектория движения x2 здесь будет горизонтальная ось. Она выглядит вот таким образом. Сейчас я ее изображу. И наша траектория, это как раз простейший случай особой траектории. Здесь центр сферы. Все эти точки. Во все эти точки, кроме конца особой траектории, идет единственная нормальная геодезическая. Это вот то, что называется особая геодезическая. Сейчас я геометрически... Я их охарактеризую особо. В общем определении у меня не было разницы. Я сначала хочу показать пример, потом дам общее определение. Чем остается особой, не особой. Вот это вот особое, и сферы, они вот так устроены, тут это квазиоднородная такая автомодельная ситуация, они все такие здесь сферы, более-менее, только больше и меньше. Вот. И вы видите, она вообще совершенно другая. Ну, во-первых, у нее, мы когда в нее, до нее движемся, никакой касательного пространства здесь нету. И особенность не вогнутая, а наоборот выпуклая. Значит, эта часть сферы касается ее просто. А это подходит под некоторым углом. Тут кубическое касание. Вот. Но это, то есть вот уже в самом простом ситуации что-то такое необычное, полностью противоречащее моей теории. Есть, но это потому что курант 2. Если мы эту ситуацию возмутим, а в общем положении курант будет 1, как говорит теорема, такого быть не может. Вот. И будет. Поскольку это теперь значит, имеет смысл сказать, чем отличаются особые от неособых траекторий. Особые траектории это такие, не особые траектории это такие, что скорость не лежит, вот особые, не особые противоположность особой. Это такие геодезические, что скорость просто принадлежит вот этому самому образу дифференциала. Который я описал. И это означает, что если у нас есть касательное пространство к сфере, то скорость там лежит. Это то, что никогда не бывает в Риманном случае. То скорость просто лежит в касательном пространстве. Скорость геодезическая, которая пришла на сферу, лежит в нем. Вот. И из теоремы, только, кстати, из этой теоремы, потому что вот эта ситуация ровно, эта ситуация описана. Тут можно, тут интегрируемая система, и все можно решить, и аккуратно рассмотреть. Но устройство, но если чуть-чуть возмутить, что происходит в общем положении, совершенно невозможно понять. Это очень трудно, совершенно непонятно, как решаемая задача. Как параметризовать локальную сферу? Ясно, что уже из моей теории ясно, что она будет не такая, и есть некий содержательный ответ на самом деле. Потому что из того, что я сказал, из того, что она особо, дифференциал-то нам легко посчитать. В любом случае в этой траектории, мало от чего зависит. Мы видим, что мы знаем, что она особая. Чуть-чуть позже я дам еще слайд, где это дифференциал. А, у меня время, наверное, истекло, да? Истекло время, наверное? Время еще. Да? Время истекло. Но тогда я про петли просто говорить не буду. У меня еще есть один слайд с петлями, я только покажу. А из этой теоремы следует,
показывает, что, при, в общем положении сфера должна быть гладкая. Здесь устроена она вот как-то так. Устроена она как-то так. У меня есть трехмерная часть, что это, ее касается. И когда сфера уменьшается, она просто скользит по этой геодезической. У нее здесь, есть касательное пространство. Вот. Ну, пожалуй, тогда я на это кончу. Видимо, слишком много хотел. Хотел сказать еще более новый результат про петли. Но я один слайд покажу, у меня здесь. Сейчас, нет, это последний слайд. Последний слайд. Вот. Ну все, спасибо. Это про пространство петли. Значит, здесь есть просто огромная разница в этой, в этом между случаями, когда у нас эта дельта имеет размерность 2 и когда имеет размерность больше 2. Когда дельта имеет размерность 2, почти все, так сказать, почти все траектории особые оказываются на сфере. Мы имеем вот эту картину. В частности, здесь видно, что расстояние из-за этого касания, функция расстояния не только не липшится, не только не полуровка, но даже и не липшится. Она не может быть липшится без-за касания. Ее градиент, грубо говоря, касался бы уровня ее, собственно. Вот. И, при R3 в ситуации общего положения, в R3 мы добавляем еще одно, я не буду говорить, потому что нет времени, условия общего положения, когда. И тогда особых траекторий по-прежнему полно, но на сфере они невидимы, они, особых геодезических, они не могут быть оптимальными. И это было известно, так называемое условие Бока, говорите. А новый результат заключается в том, что они невидимы и гомотопически. Что они хоть и критические точки, но когда вы проходите через этот критический уровень, у вас не меняется топология. Вот это и вот это здесь написано. Андрей Александрович, а вот, для таких геодезических, как в Риммановом случае, можно ли определить индекс геодезический там как-то? Да. И там какую? Да, можно определить индекс, напряженные точки, все это делается. Но по-своему, отдельно. Да, можно, Ну вот у этих у всех индекс оказывается бесконечный, а у той наоборот ноль. Поэтому они невидимы гомотопически вообще. Индекс на любом интервале бесконечен. Вот. Но они при этом критические точки. Вот такие вот. И на любом интервале точки. Можно обратно доказать, что сквозь них проходишь, когда, так сказать, по градиенту, ну, опускаешь уровень. И вообще, так сказать, вот тут написано. Не только что они невидимы, но никаких сёдла тут не видно. Ну, ну да. Тут еще вопросы? А в Риммановом случае условия куранта 1 не стоит? В Риммановом случае он всегда такой. Даже если в сопряженную точку? Даже если в сопряженную. Потому что там субмерсия, и когда вы сужаете пространство размерности 1, у вас курант... Вообще-то отображение в конец, если мы забудем про длину, это субмерсия во все кривые. Если вы сужаете на пространство размерности,